Около 100 сотрудников работают в отделе уголовного розыска нашего округа. Это подразделение считается одним из самых крупных в полиции Уссурийска. Борьба с организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, наркотиков и взрывчатых веществ являются основными задачами отдела. В настоящее время преступники прибегают и принимают разные методы, формы совершения преступления и достижения латентности совершенного преступления. Вот. Ну, мы также проводим семинары, занятия, разрабатываем новые методики и тактики раскрытия преступлений, расследования этих преступлений. По данным уголовного розыска Уссурийска, 30% населения округа ранее судимы. К тому же наш город считается транзитным. Оттого и высокое количество преступлений. В среднем около 10 уголовных дел возбуждается в день. Сказывается и то, что большинство горожан не проявляют бдительности и относятся к своему имуществу халатно. За последние 2 месяца к нам поступило в отдел уголовного розыска порядка 30 новых компьютеров. Сейчас решается вопрос обеспечения нас транспортом, освежением автопарка, так скажем. Используют в своей работе и современные технологии, в том числе видеокамеры-регистраторы, которые установлены в большинстве торговых точек. Они являются хорошим помощником при раскрытии преступлений. Напомнили сотрудники полиции и о программе «Безопасный город». Реализована она пока только в Казани и частично во Владивостоке и Москве. Рассказали и о техническом изменении в самом отделе. Оптимальное время раскрытия преступления по горячим следам – это 15-20-30 минут максимум, пока человек находится в этом районе, пока этот район локализовали, приметы дали в эфир, и сотрудники мобильных или пеших патрулей быстренько двигаются по этому району, оцепляют, свои есть методики, также тактики прочесывания, зачистки, проверки, отработки территорий. Удалось заметно снизить преступления, связанные с кражами и грабежами, но по-прежнему актуальны мошенничество, особенно при помощи сотовых телефонов и интернета. Однако и с такими преступлениями сотрудники не перестают бороться. Надежда Якушенко, Николай Фарафонов, Телемикс.